Ну, как я и говорил, заебись. Заебись, дело сделано. Чую. Чую, пахнет соточкой процентов. Влад. Верим, надеемся, ЖДМС. ЖДМС? А, ждем-с. Эти, вот он читать разучился сегодня. Верник какую-то порит. Так, подожди, там бабаха соло на фланг поехала. Ну и черт с ней. О, 105-й поехал туда светить. Увидел, что я тут. Решил на тот фланг поехать. Ну вот и правильно. Насколько тут верочный урон вообще? А можно не кидать урон, просто стоять, да и все, и светить. Не, ну вот тут надо дать. Я считаю. А, две мантикоры на зеленке. Кто сотку не скинет, тот Басков. Басков, да. Киркоров и Басков, так точно. Как он меня не светит? Черт подери. Ну давай уже. Я тут сижу, потею сам от твоей игры. Ну, что делать? Такие вот отметочки. Потихонечку, потихонечку. Спасибо большое. Шутку не скинет, тот артавод. Тот артавод, да, согласен. А кому он там светит на 105-м? Там его вообще никто не откидывает за свет. Так, одна мантикора не светилась, да? За НСС. За НСС, так точно. Дядь, ну ты пробей все, да? Спасибо. Заряжаю сотку на проху. Так, все бабахи светились, да? Что-то, блядь, подозрительно, он меня долго целит. Так не показалось? Мне вот показалось. Смотри, жопа какая, спер не залить. Ну ладно. Ладно. Раз уж Киркоров. Ух ты ж. Ёпт. Ай, умничка. Чей за дело, Бедросыч? Что вы говорите, блядь, я не понимаю. Земля. Расскажи, как трубы работают. Так как? Встал, не двигаешься, блядь, как статуя. 3 секунды прошло, получил обзор 25% бонусом. Согласен с тобой, Мжерик, на 100%. Если вдруг двинулся, подвинулся как-то, тут же бонус теряется. А тот, кто на месте стоял, тебя убивает. Кто сотку не скинет, то требует. Эти демоны. Кто не скинет сотку, тот Шварц. Иди нахуй. Дороги свои, понял, да? Нахуй иди. Эй, мне мантикора теперь нечем светить, козлина. Три сотки скин. Тот артовод. Олух. Тот артовод, да. Согласен. Ну, КД должен быть. Быть совсем не хочется. Конечно, кому хочется артоводом. Так, бойцы, давайте я сейчас посвечу, а вы, блядь, просто постоите.
Блять, каток. Правильно. О, 99-94, красота. 99-94. Почти 99-99. Так, ребят, надо сейчас максимально по сотке, чтобы сотка, ну, уже чтобы она никуда не ушла, чтобы мы ее уже не отпустили. Вот видите, вы по сотке кидаете, а она все ближе и ближе, эта сотка. А! Все, блядь. Хватит. Что-то вы перекидали, походу, по сотке. А все-таки на 100% можно играть. Я был неправ. Какая-то удача. Не, ну, безусловно, тут удача есть, но практика показывает, что можно играть. Так, это сколько было у нас стримов на Мантикоре? Из этого сезона. Ну, наконец-то. Поздравляю. Все так есть, конец у бесконечности. Да, да, да. Камень бесконечности вовсе не бесконечен, видимо. Но это сколько? Это 14-й стрим 5-го сезона. Красавчик. Подожди, это из последних... сколько? 14 стримов по 40 боев примерно. Басков хорош Киркорова трогать. Ну вот, 626 боев в 5-м сезоне. 626 боев.